Итак, настал момент Че, когда нам предстоит взяться в конце концов за это крыло. Чтобы его отрихтовать, необходимо будет снять защиту. И сначала мы попробуем его выдавить, насколько это у нас получится. Если не получится выдавить, придется снимать все крыло. Ну что, начнем с защиты. Thank you.
Ну вот крыло на месте. Ну, не идеально, конечно, отрихтовано. Ну, я же не специалист, не профессионал. Осталось зачистить, зашпатлевать, загрунтовать, покрасить и отполировать. Но это уже будет в другом ролике. Это будет другое видео.